Мы отряды Лихолетова, общественная организация. Мы против кринжа, который делает Оксимирон. Говоришь, что у Алишера украденный флоу, что нет собственного стиля, низкая самооценка, а сам показываешь задницу в клипе. Кринж! 5 лет пробыл в соляном коматозе, палец о палец не ударил. А вот Алишер стал человеком года, женщиной года и даже попал в список Forbes. Как ты можешь трогать Шамана и Моргенштерна? Это надежда русского рэпа. Думаешь, у тебя город под подошвой, теперь все можно, что ли? Алишер, сынок, не обращай внимания на этого задрота иноагента. Залпа, пенис, хер, это хит, спора нет. Но что делаешь ты сейчас? Разве за это мы боролись? Это кринж, Алишер, порвет тебя на батле. А гроб мы уже приготовили. Сегодня мы похороним Оксимирона. И вместе с ним его кринж, который он распространяет. Вот так. Да, вот давайте, так, давайте. Вот давайте. Так, вот. Похороним, вот, да. Похороним его. Нет кринжу, нету кринжу. Нету кринжу. Мы против кринжа. Нету кринжа. Нету кринжа. Мы против 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 кринжа! 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 Мы против кринжа!